Добро пожаловать, мальчишки и девчонки, с вами ваша девочка-волшебница Невермор, и мы возвращаемся к Хогвартс Наследие, второй эпизодик. С того же момента, где закончили, в гостиной Слизерина, девичьи-предевичьи, немножко осмотримся, немножко оглядимся, и пойдем по главному квесту, дальше куда нас глаза ведут. Самое смешное, друзья мои, что вы видите это в лучшей картинке, чем я, потому что на том мониторе, на котором я записываю, это не так красочно, как на втором, на котором идет сама программка для записи. Но ничего, ничего, потом сам пересмотрю во время монтажа. Так, что у нас вообще есть? Знаете, няшно-приняшно, но кровати почему-то односпальные и очень короткие. Я все понимаю, но здесь та же проблема, что была в Киберпанке. Ложимся боком и очень неудобно. О, яблочко можно скушать, давай. Интересно, можно все яблочки заживать или... А это было одно волшебное яблочко и все. Ясно-понятно, ясно-понятно. Палочка есть, палочка есть, ее взять можно. Что обидно-печально, здесь практически ничего и нету. Ладненько, уговорили, выходим. Тем более, что своих полуголых соседочек мы не увидели. А нам сюда? Нам, пожалуйте, сюда. Так, мне кажется, или... У них какое-то странное подземелье. Это вода или это не вода, или это... Не, серьезно, это вода под ногами. Окей, допустим. Нам надо прямо, поэтому мы идем назад. Упчикаем все, что здесь вообще есть. Туки-туки в том домике, в домике никого. Следующий момент. Не, ну позитивно. Ох ты ж, ёх ты ж, слушайте. Мы ж под водой, под озером, наверное. А спальня третьего курса. И здесь тоже нет полуголых школьниц. Что за обман? Вот просто что за обман? Разочаровали Невра в лучших чувствах. На женскую часть Слизерина пошел только за этим. Все. Нету и даже в зеркале. А, не в зеркале. Слушай, а в зеркале-то мы отражаемся. А вот какой рейтрейсинг. Так, поджуем яблоки у всех сразу. За это нам дадут отдельную спецачивку. Так и называется пожиратель яблок. Следующий момент. Так, здесь яблочки есть. А здесь что, яблоки не завезли? А нет, здесь завезли сундучочек, спасибо большое. Залутали 37 монет, все. На Слизерине завелась очень красивая розоволосая крыса. Что делать, не мы такие, жизнь такая. А, вот яблочки, спасибо. И еще одна, пожалуйста. А нам, в принципе, в любую сторону иди, тут двери по кругу идут. Волшебные шахматы. Не, они не уходят. Кстати, у меня есть такой набор шахматный, если что. Собирал с журнальчиками до гостини. Это не реклама, потому что их уже не выпускают, но завидуйте все громко. Здесь никого, здесь никого, здесь никого. Чё, денег больше нет, но выдержать? Яблок тоже не завезли, обидно, печально. Хотелось бы сыграть в шахматы вообще. Давайте, побежали, побежали. Печенюхи. Нажрёмся, не доходя до столовой. Так, это девочка или очень стрёмный мальчик? На гобелине. Молодой человек, что вы здесь теребонькаете в одиночку? Девушку первый раз увидели, особенно такую красивую, как мы. Это, я так понимаю, что Салазар Слизерин. Говорит черепу Годрика Гриффиндора быть или не быть. Так, там что-то есть, а я уже нашел первую секретку. Замок третьего левела... Нашей лохомору не хватает, да? Ну ладно, ладно, я запомню. Если что, в старых играх по Гарри Поттеру находили вообще все секреты, которые были там. А почему шар все время говорит о каких-то странных ингредиентах? Что-то странного, если неужели кто-то всегда носит с собой ягоды Амелы? Ох, вы страшные вы люди. А спальня первокурсниц. Но это, знаете, даже не уровень Невера, нет. А то скажут там прямо-то. Молодой, красивый, заинтересованный. А спальня второго курса. Будем проходить максимально полно, друзья мои, чтобы уже не пропустили, так не пропустили. Спальня... А, подождите, это спальня мальчиков. Мы свернули не в ту степь. До свиданица. Прочекаем за кадром, чтобы нас не заподозрили ни в чем хорошем. О, пионино. Условно говоря, играет. Условно говоря, играет. Живые портреты, слушайте. Причем все живые портреты. Гобелены не живые, портреты живые. Полагаю, нужно представиться.
Представьтесь и Мельди, Оминусу и Себастьяну. Они нам сами не представлялись, поэтому мы как-то особо не особо, кто из них Оминус, а кто из них Себастьян. Я так понимаю, что если бы мы играли за мальчика, то лестница в женскую половину бы просто складывалась, да? Но заметьте, не складывается, поэтому и девочка. Все законно. Так, это что такое? Прикольная вертухайка. Это что-то... Что, окурки, что ли? А, не, пардоньте, это волшебные бобы. Я надеюсь. Так, вот ты, наверное, Оминус или Изельда. Себастьян. Ну, я знал, что Себастьян. Могу тебе помочь? А, это ты же новая пятикурсница. Я Себастьян Целл. Добро пожаловать на Слизерин. Спасибо. Не все приезжают к школу представитель министерства. О, это был друг профессора Фига, который просто приценил тогда по пути. Все равно, весьма впечатляюще. Угораздил должен попасть в такую передрягу. Бедняжка. Хорошо, что вы с Фигом в порядке. Мне интересно, откуда они знают, что этого министерского заживал дракон? Это было ужасно или захватывающе? Это было захватывающе. Слабоумие отвага. Занятно, что ты так на это смотришь. Как же вам с Фигом удалось уйти? Ну, если честно, все это до сих пор тумане. Я не настаиваю. Ты просто пока устраивайся. Позже поговорим. А что ты такое читал там? Да одну книгу заклинаний. Есть парочка занятных, но не совсем то, что мне нужно. Ты скоро поймешь, что далеко не все нужные заклинания можно найти в наших учебниках. Агик, ну интонации-то выделил в наших учебниках, да? Это ты о чем, болезный? Хочешь сказать, что в Хогвартсе не преподают некоторые заклинания? Такие интересные, какие же? Кажется, я нашел родственную душу. Обсудим это в следующий раз. Приятно было познакомиться. Удачи. Ну, прям последователь Дамблдора. Или, кстати, мысль у меня возникла. А Дамблдор-то где-то сейчас должен тут на первом курсе учиться. Такой маленький-маленький розовый Дамблдорчик. Ему же лет 200 было, если не меньше. А что написано? Кимаре... Кэстрелс. Какая-то квиддичная команда. Это чтобы поиздеваться, что у нас квиддич сейчас здесь не завезли без ДЛЦ. Так, а ты у нас не... Ну? А по логике должно открываться. Ну, оки-дейзи. Оки-дейзи, русалочка прикольная. Так, нас интересует следующее. О, ёшта, какой интересный попугай. А вот это было в кинохе. «Окна в большое озеро». Там еще водяные должны плавать, русалочки тоже. Интересно, есть ли распанахать эту штуку с заклинанием? Затопит или не затопит? Не признаются. Короче, верчу, обмануть хочу. Ачивки не дают, но и окей. Уминис Мракс. О, Мракс, это ж предшествие-то когда. Предок Володеньки. Я, кажется, что услышала. Вряд ли мы так интересны русалкам. А судя по оживлению гостиной, ты и есть та новая пятикурсница. Я Омнис. Омнис Мракс. Приятно познакомиться, Омнис. Да уж, смотрю, ты знаешь, как сделать себе свое появление запоминающимся. Немножко, знаете, ускоренный текст. Могли бы чуть-чуть замедлить. Да, я люблю быть шикарным и зажигательным. Но если хочу стать знаменитостью, следует начать с чего-то интересного. Тебя явно распределили куда нужно. Если первое время тебе понадобится помощь, обращайся, хотя думаю, ты и так справишься. А русалочки часто шпехаются за окном гостиной? Да, но вот в том, чтобы русалки подплывали к окну гостиной, я еще не слышал. Обидно. Впрочем, почему же не подыграть? Некоторые первокурсники из-за таких слухов часами окна торчали. А ты знал, что попадешь с фамилией Мракс на Слизерин? Просто вот вопрос, знаете, к Вангочке. Разумеется. Моя семья со стороны отца — прямые потомки Салазара Слизерина, одного из четырех основателей Хогвартса. Скажу честно, я этим не особо горжусь. Он был повернут на чистоте крови. Вот это поворот.
К сожалению, большинство его потомков разделяют его точку зрения. Вот это поворот. Предок Володеньки, значится против чистоты крови. Ну, приятно познакомиться. Пересечемся еще в Черном переулке. Интересно, если бы мы играли за гриффиндорца, он бы тоже на Гриффиндоре был? Если я правильно понимаю, здесь стандартный набор. Просто путников. Крутотыха. Так, ну и Мельда. О, май, Мельда. Так вы соблазнительно в позе знакомства стоите. Сделай так конем, ходи его, лошадью. А то не говоришь, я не предупреждал. А говорили тебе, ходи лошадью, лишенец. Зря он меня не послушал. О, я знаю, кто ты. Ты новая слизеринка, которая приехала прошлым вечером с профессором Фигом. Интересная тактика. В первый же день в школе привлечь внимание к себе. Кстати, я Эмельда. Жаль, что меня с вами не было. Я бы отвлекла этого дракона. Ты знаешь, что я летаю на метле лучше всех. Ну да. Лучше всех оседлываешь некоторого рода палочки. И не говоришь, что вы не ждали этого комментария. Да, жаль, что тебя там не было. Возможно, если бы давал там, друг профессора Фига уцелел бы. Вот именно. Может быть, однажды я чему-нибудь научу тебя. Я знаю о полетах куда больше, чем все остальные. Слово сказать, пойду немного потренируюсь перед занятиями. И много ты, скажем так, летаешь. Я его нахожу время. Ничто не прощает голову, как полет между башнями замка и над полем для квиддича. Ну, там же все увидят, господи. Ну, девушка, ну постеснялись бы хотя бы. 18 век на дворе. И похоже, ты знаток волшебных шахмат. Я смотрю, ты разбираешься в волшебных шахматах. Ты ведь заметила, что этот мальчишка может проиграть. Нет, вам. Скучного это занятие, как по мне. К тому же в шахматах нет ничего сложного. Все настолько очевидно, что даже странно, что никто этого не замечает. Ну, оки-доки. Увидимся еще в душевой. Кстати, а душевой-то мы не нашли. Так, а нас ждет уже профессор Визли возле лестницы. Серьезно, а где душевые женские? Может быть, вот это они, нет? Ладно, найдем. Никуда ты от нас не день. Так, стоять, Угу, панцушот не завезли. Все с вами ясно, разработчики. Трапов завезли, панцушот не завезли. Убита печаль. Доброе утро. Надеюсь, вы готовы к первому дню в Хогвартсе. Я давно мечтала об этом дне. Даже не верится, что я наконец-то здесь. Но вы все же здесь, так что ловите момент. Первый день в Хогвартсе только один раз бывает. Ваша ситуация уникальна, ведь вы поступили сразу на пятый курс школы. Придется догонять ваших сверстников в учебе. Тем более, что в конце года вам придется сдавать сов. Оф, какие еще сов? Экзамены по стандартному обучению волшебству. Их результаты определяют, в какой сфере вы можете работать по окончанию школы. Мы долго говорили с директором департамента магического образования Министерства магии и придумали нечто весьма необычное, чтобы помочь вам успешно справиться с учебой. Держите. Что это такое? Это просто волшебников, она будет следить за вашими успехами в учебе, чтобы вы освоили все, что требуется на пятом курсе. Это крайне полезное пособие, советую им не пренебрегать. Это ж в какое место оно еще засунулось? Спасибо, профессор, но что значит будет следить за успехами в учебе? Возможно, будет разумнее показать сразу, как это работает. Идите со мной, попробуем его на практике. Не, подожди, this way. Я вижу сундучок. Сундук факультета, поместить. Но нам его не дают. А, это чё?
Так, здесь можно что-то зажечь, но мы не можем что-то зажечь. А Игната Уайлдсмит. Или это точка сохранения? Это одно из двух. А Хогвартса все больше и больше. Давай, 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 ускоряйся, ускоряйся, родная. Шевели свои слизеринскими своими булочками. В руководстве вы найдете подсказки, которые помогут вам освоить некоторые заклинания и узнать больше о волшебном мире. Продолжайте в том же духе. Ой, молодец, ты по лесенке поднялась, какая умная девочка. Вроде наложить ревелию на ту статую и узнать, что пишет на ней руководство. Я сперва вот этот сундучок прочекаю. Сундук, я видел, что ты шевелишься, у тебя чё? Он за нами следит, это сундук-мимик. Найти в глаз, найти в глаз. Нет? На нем что-то есть, он подсвечивается. Статуя Кельпи. Страница руководства. Эта статуя изображает Кельпи, водяного демона-оборотня родом из Ирландии и Великобритании, который обычно принимает форму лошади с длинной гривой. Самый крупный Кельпи, о котором когда-либо сообщалось, это лохнесское чудовище в Шотландии. 80 XP. Вы только что открыли страницу испытания из руководства. Ваш прогресс будет отображаться здесь. Здесь это где? Выполнение испытания из руководства – это единственный способ заработать очки опыта. А ну покажи все. Это ваш уровень волшебства. Опыт ХП, полученный в результате прохождения испытаний, повышает ваш уровень и силу. Докачаемся до уровня Дамблдорчика. Ваше руководство отслеживает прогресс в текущей положении прохождения испытаний. Выберите меню испытаний, чтобы продолжить. Так, слишком много текста. Набрав первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Выберите страницу руководства, чтобы продол выбрал. Карточки, слушайте, карточки, как в тех старых играх про Гарри Поттера, да? Соберем их все, их миллион. Каждое испытание имеет несколько уровней. На каждом из них вас ждут специальные награды, начиная от внешнего вида и заканчивая важными обновлениями. Так, слово обновление — это хорошо. Верим в квиддич и нежную девичью дружбу в DLC. Награды можно получить в меню испытаний. Возвращайтесь почаще, чтобы получить все награды, которые... Окей. Ничего не понятно, но жутко занимательно. Автосейв тоже прошел. Так, сундук, я тебя вижу. Будьте внимательны, чтобы не упустить возможность узнать что-то больше о замке и окрестностях. Вы уйдете слишком далеко от профессора Уизли. В смысле, меня еще ограничивают? Типа в Хогвартсе все по струнке ходят, да? А если я сюда пойду? Серьезно? Что же вы такие злые-то? А помните старые игры, типа Моровинда и Обливиона, где вот нужно сопроводить НПК, и то ты быстрее идешь, то оно быстрее идет. И все, вы в так не попадаете. Вот здесь хорошо, здесь вы идете оба одинаково медленно, это очень сильно задалбывает. Как раз вовремя. Так что это прекрасная возможность показать вам, как с помощью летучего пламени перемещаться чуть... это телепорт же. В вашем руководстве есть карта Хогвартса. Откройте его, найдите центральный зал. Вам удалось обнаружить точку быстрого перемещения с летучим пламенем, летучим порохом. Вы можете открыть карту в любое время и перебраться из одной точки в другую. Да, слушайте, не соврали. Что показывали, то и есть. Карта Хогвартса в полном ажуре. Хогвартс разделен на три основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиные и большой зал. Выберите лестницу Хогвартса, чтобы продолжить. Не-не-не, я вижу стадион для квиддича, почему нет квиддича? Даже в игре 2000 какого-то начального года и то были... Ну вы поняли. Лестницы Хогвартса взяли. Вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Точки с порох... Подождите, я понял. Вы нам костер из Dark Souls продаете, как это... Как не костер из Dark Souls. Зелененькое — это куда мы можем, где мы уже обнаружены. Да, это прекрасно. А серенькое — там, где мы еще не дошли. В правой части карты находятся точки интереса, связанные с учебой и астрономической башней, библиотекой и теплицей.
Выберите пристройку к библиотеке, чтобы начать и продолжить. Окей, пристройка к библиотеке. Профессор Уизли разблокировала для вас точку с летучим порохом в центральном зале. Смените карту с А, Д и отправляйтесь в точку с летучим порохом. Ага, вращашечка есть. Вижу. Ну, давай. А где вау-эффект появления из магического камина? Немножечко разочарован. А вот мы на месте. Как видите, это очень экономит время. Эта лестница ведет прямо в центральный зал. Я так понимаю, что ко временам Дамблдора фонды на летучий порох разворовали. Из центрального зала можно быстро попасть почти в любую точку замка. Здесь всегда людно. Это центр нашего замка, как вокзал Кингкросс. Ревелить на почаще, мало ли чем. А это пока все. Сегодня у вас заклинание и защита от темных искусств. А после того, как можно скорее вернитесь в Хогвартс, в Хогсмид, чтобы выполнить все, что восполнить, что потеряли по пути. Нам дадут выбрать свою палочку с вибрацией. А то мы чужой пользуемся, это не гигиенично. Что такое Хогсмид? Профессор, вы говорили о каком-то Хогсмиде. Да-да, Хогсмид — это место, где живут волшебники. Это единственная волшебная деревня во всей Британии. Там множество разных лавок. Там вы найдете все, что нужно для учебы. Вы сможете пропустить по кружечке сливочного пива с друзьями. Роза преподаватели спаивают уже студентов. Что такое защита от темных искусств? Нам нужно юзание темных искусств, а не защита от них. На уроках защиты, как следует из названия, будете учиться защищаться себя от сил зла, притаившихся во всем мире. Кто хочет стать мракоборцем, должны освоить защиту от темных искусств. Нашим ученикам повезло, что у них столь одаренная преподавательница, как профессор Геккат. А может, мы хотим темным лордом стать? Может, это наша жизненная позиция? Что за сразу в Аврору иди? Мы будем учить на заклинаниях. Именно этому. С заклинанием, чаром, проклятием. Жутко полезный предмет. Профессор Ронан вам обязательно понравится. Он умный, находчивый волшебник, к тому же талантливый преподаватель. Спасибо, профессор. Порадовали. Ведь напряженный день, и вам столько всего предстоит выучить. К счастью, ваши преподаватели согласились помочь вам доп. Занятиями после урока, так что вы быстро догоните своих одноклассников. Впрочем, вы так искусно использовали Ревелио, значит, базовое заклинание профессор Фиг вам показал. Да, профессор. Он весьма расплывчато описал события перед вашим приездом, особенно случившиеся после того ужасного нападения дракона. Подозреваю, что вы там не просто искали вещи в Хогвартсе, а колевыми бытями добирались. Барышня, ну тебе надо. Меньше знаешь, крепче спишь. А кто знает слишком много, спит под большим озером. Но на пути мы сделали маленький небольшой крючочек. В итоге оказались в каких-то руинах, и... Хотя тут не стоит промолчать. Руины? Какие руины? Да вы шо. У профессора Фиг должны быть важные причины, чтобы это держать в тайне. А вот и он. Кстати. Профессор Фиг, вам не кает случайно, мужчинка? Да, похоже, что вы хорошо подготовили нашего новичка к основным заклинаниям. Едва ли это моя заслуга, профессор. Похоже, мы имеем дело с редкими магическими способностями. Что ж, я очень рада, что вы оба целы и невредимы. На Хогвартсе отличные люди и кареты, а лодки и кареты, но вы почему-то предпочли лететь на встречу дракона. Вот у меня тот же вопрос, бегали мы не на Хогвартс Экспрессе приехали? Он приехал-то чуть позже, чем мы туда залетели. Ладно, поболтали, хватит. У меня урок, так что мне пора идти. Профессор Фиг, у меня к вам просьба. Объясните, как пользоваться картой руководства. Да, мы вроде не тупые, с первого раза поняли. Удачи. Не забывайте про руководство. Оно вам очень поможет. А я буду следить за вашими успехами. Да-да. Обязательно из этой маленькой юной красивой девочки нас, в смысле, сделаем злую-злую волшебницу. И захватим весь мир.
Такс, нам нужно перетереть с профессором Фигом. Я хочу пробежаться и посмотреться. Серьезно. Вот серьезно. Вот это уже отдельная форма зла. А дальше еще в туалет парами ходить, держась за ручку. Мальчик, девочка, мальчик, девочка. Рад вас видеть, профессор. И я тоже. Я так надеялся, что наши пути снова сегодня пересекутся до того, как вы углубите занятия. Кажется, вы обсуждали с профессором Уизли осмотр руин. Да не волнуйтесь, сэр, мне удалось не проболтаться. Ну, она застала меня врасплох, но об остальных подробностях нашего путешествия я промолчала. По-моему, она что-то заподозрила, но мы эти-то от нее что-то скрыли. Ну да, профессор Уизли очень умная и проницательная ведьма. Но лучше пока ничему никому не рассказывать о нашем деле. Мы понятия не имеем, куда нас заведет этот путь. Возможно, нам потребуется более гибкое расписание, которое она не одобрила бы. Кроме того, она может посчитать нужно поделиться с директором сведениями, которые нам лучше держать при себе. Понимаю, профессор. Хорошо. Итак, хоть природа щедро одарила вас, способности все равно нужно развивать. Сказал педофил в колледже. Эти вас обучают исключительно квалифицированная ведьма-волшебница. Да, по поводу учителей. Не хотелось бы получить очередной почти что выговор от профессора Уизли. Поэтому давайте покажу вам одни хитрые чары из карты руководства. Разверните ее и взгляните. Так, открыть карту. Этот значок символизирует основные задания. Выполняя задание, продвигаясь по сюжетной линии. Хорошо. Некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или к вашему уровню. В этих случаях для активации задания нужно достичь требований. Ну, логично, прокачаться нужно. Новое заклинание можно изучать, выполняя задания профессоров У. Виточки. Это хорошо. Начните отслеживать задания с помощью... Так, у нас два задания. Занятие по заклинаниям и занятие от темных искусств. Давайте заклинания. Заклинание круче. Нас научат заклинанию Акцио. Боже, наконец-то Акцио перевели. Слава всем богам, а то это Акио уже задолбало. Вот так, отследили. Карта зачарована так, чтобы помочь вам найти путь. О, с ней будет очень легко, спасибо. Сегодня, похоже, у вас будет насыщенный день. Сначала занятия, потом визит Хоксмит за покупками. Не забудьте купить себе волшебную палочку, да-да-да, розовую. Мистер Оливандр обязательно вам понравится. Он настоящий мастер своего дела и хороший человек. Я сообщу вам, когда узнаю что-нибудь о нашем загадочном медальоне. Да, сосредоточьтесь на учебе и не отлынивайте, а заклинания, освоенных вами в стены в этих стенах. От этого могут зависеть не только ваши оценки пасов. Мне уже жутко интересно посмотреть, а фига ли мы такие интересные попали сразу на пятый курс? Это что за... Даже слова-то не подберу такого, что за мужик? Так, здесь мы уже заюзали. Приятная встреча, кто сказал? Кто это сказал? С нами разговаривал портрет. Анура Вилео? Нет? Так, полезные штуки подсвечиваются. Вон там тоже что-то... А, это не подсвечивается, это рейтрейсинг. Утражашечки. Да, статуи можно разбивать, это прекрасно. А что за байда внизу? Подождите-ка. Здесь есть прыжочек с лестницы. О, да. Ленора Эверли. Привет, кажется, мы не знакомы. О, привет, я Ленора. Не обижайся, я немного растеряна. Думаю, что у меня окончательно поехала крыша. Даже Саманта считает меня чокнутой. Но все дело в этой картине. Раньше я как-то ее не замечала. Но я знаю Хогвартс очень хорошо. Пустая рама не может висеть здесь просто так. В этом месте должен быть какой-то смысл. А здесь есть другие похожие картины? Да, есть несколько. Честно говоря, Хогвартс сам по себе в некотором роде загадка. Разобравшись с тайной этой картины, я пойму, что делать со всеми остальными. Надо же с чего-то начинать.
Тебе удалось что-нибудь узнать о этой картине с тех пор, как ты начала ее изучать? Выяснилось, что заклинание Люмос дает какой-то эффект. Ну, что делать дальше, я не знаю. Ну, давайте мы посмотрим сейчас это. Ценим всю низость IQ местного электората, скажем так. Люмос, допустим. Так, может, нам какая-то подсказка, нужно поискать в бурдуха на поблизости. А, вот это местечко нужно найти, так. Затык перед лестницей, и справа будет статуя. Затык перед лестницей, и справа будет статуя. Возможно, это где-то вот здесь внизу. Нет. Только не говорите мне, пожалуйста, что это будет настолько тупо, что нам даже будут подсвечивать, куда нам идти. Да, не, ну это не фонтан. Кажется, на картине бы нарисовано это место, но что у него такого особенного? Страничка руководства. Здравствуй. Статуя Грегори Льстивого. Эта статуя изображает средневекового волшебника, заискивающего с ухмылкой. Грегори Льстивого. Он известен тем, что изобрел елейную мазь, которая заставляет пьющего верить, что тот, кто дал им это зелье, является их лучшим другом. Я думал, это придумки, когда... Фанфиков, зелье дружбы, но нет. Сделали уже кононом. Так, ну, если тебя шваркну волшебная бабочка, я... Найти место, изображенное на картинке. Так я нашел место, изображенное на картинке. Лаз зелеварения. Может, там подпрыгнуть нужно, не? А здесь есть такая мысль, что нам нужно заклинание акцию, и мы просто эту байду притянем. Огонек не работает. Окей. Давайте немножко подкачнемся по заклинаниям. Тут залетающая байда. Тебя нужно попасть или тебя нужно запулить? Да если что, не так не сделаю. Моя меткость просто легендарна. Ославлена Far Cry и другими шутерами. Мы выживаем там вопреки, не благодаря. Серьезно. Нам нужна Авада Кедавра по площади. Нет, нет, просто нет. Найдем мы ваше место, изображенное на картинке. Но сперва... Оу, чебе. На Ревелио ничего нет. По Ревелио ничего нет. Что за двери? Что за двери? Мать-перемать, орущие портреты. Да чё ж мы дожили? А? Что происходит? Милая девочка, вы что, бухали там? Перегорящая штырец. Ну нет, так нет. Скажи мне, карта, где нам нужно быть? Так, лево-право, право-лево. Вроде бы наверх нужно, да? Или вниз. А, нет, у нас квест переключился, заклинание. Вот сюда нам нужно. Так, сюда 76 метров пряменька, значит, через верхотурку. Огромен этот ваш Хогвартс. И здесь поразительно чисто. Что произошло за следующие 200 лет, что там так похерело? Я не туда зашел. Географический кретинизм это тоже наше. Вы там ничего не подумайте. Так, нам нужно вниз. А, нам нужно немножко вниз. Мысли с перил не могу спрыгнуть. Я хочу это... Закончить мучение пораньше. Ну, я здесь... В смысле я здесь был? Почему меня раньше не пускало? Интересно, какое раньше Ревелио. Такие летают извращенцы.
Башня защиты от темных искусств. Обнаружена точка с летучим порохом. Я ж не в защиту от темных искусств хотел. Я хотел... Ох ты, ёх. Здесь мраморные полы, реально. Ой, котечка, боже мой, это прелесть. Она мурчит, боже, она мурчит. Какая прелесть. Плюс 1500 очков Гриффиндору, Слизерину и Пуффендую. Одновременно, за шикарность игры. Про трехголовых драконов мы слышали, про собак трехголовых не особо. О, вот нам сюда. Эй, обернись. Тут есть свободное место. Спасибо. Привет, я Нетти. Так, ты и есть новенькая, да? А с профессором Ронаном уже знакома? Ну что, начнем? Добро пожаловать на урок заклинаний для пятого курса. Должен предупредить, что этот год крайне важен для тех, кто хочет пойти в полной мере владеть искусством заклинаний. Ну и уверен, что мы с вами возьмемся за занятие с должным рвением и усердием. Итак, будьте добры, откройте учебники на странице 517. Однако сперва, кто мне скажет, чем отличаются магические формулы для заклинания роста и заклинания смены цвета? Буква Ё в описании. Ну, хоть кто-нибудь? А, не-не-не-не-не, сейчас уже поздно повторять материал. Да, каникулы сделали свое черное дело. Такое впечатление, что вы все лето отрабатывали друг на друге заклинания забвения. Ну, хоть помните, что как перепаять простейшие манящие чары? Да, не при Дамблдоре, а Кьюзи Сюпал. Похоже, нам требуется срочно освежить память. Класс, разбейтесь на пары и станьте друг напротив друга, у противоположных стен. Тоже раз для вас учебники всего лишь тупые предметы. Давайте используем их соответственно. Вы будете по очереди использовать манящие чары и забирать друг у друга учебники. Одного учебника на пару хватит, Смит Дейл. Благодарю вас, займите свое место. Ну, прям скажем, это сложно. Не для родового ума, но Невер попробует. Раз, два, три. Почти успел. Акцио. Да, акция уже. Неплохо. А вы быстро схватываете. У вас неплохие задатки. Но помните, толку от задатков мало, если не будете тренироваться. Продолжайте в том же духе, когда-нибудь превзойдете даже мисс Онай. Молодцы, очень хорошо. На сегодня хватит. С вами разобрались, а погода сегодня чудесная. Почему нам не прогуляться немного? Проветриться, так сказать. Прошу за мной. Ну, что сказать, интересно, штука, конечно, забойная, но уровень обучения в Хогвартсе просто страдает. Это лучшая школа в волшебной Британии. Ему что там учат во всяких ПТУ. Я всегда считал, что если из учебы сделать игру, она пройдет куда быстрее. Думаю, игроки в Квиддич со мной согласятся. А что может быть лучше, чем манящие чары в небольшой игре? Игра называется «Голодные игры». Мужик, я шутил, не надо голодные игры, пожалуйста. Давай, пожалуй, начнем с нашей новой ученицы. И что мне делать? Акциом. Новое заклинание. Все просто, примите акцию с одной из сфер, затем в последний момент отмените заклинание. Манящие чары притягивают цель к заклинателю, нажмите на значную кнопочку. Четырочка.
Ага, понял. Перебрал, чуть-чуть перебрал. Тут... ну, собака, что ты, барабака, ну почти же было. Можно еще раз, профессор? Ну, прям за... Призывай очко Слизерину. Судя по всему, призываю в очко Слизерину, потому что мы ничего не заработали. Мисс Анай, потренируйте нашего новичка. Поднимайтесь. Так, наши синенькие и ее красненькие. Вам синие, как раньше, а мисс Анай сыграет красными. Да? Я сейчас еще и не попаду. Где у нас 1, 2, 3, 4? Как правило игры? Угу, подруга, давай. Жги. У нас палочка сломалась, мы-то... Аки у них не акиятся. Есть. То есть на средний останавливаем. Сплендид! 50 очков Гриффиндорова Слизерину, пардоньте. Упутал немножко маленько. А ну давай на дальний. Ну. Е-бой, полтосик. Толточка Слизерину. И куда ты свои шары покатила, женщина Чарамаза? В смысле, загорелая. Думаешь, я тебя не переиграю? Ты думаешь, я тебя не сделаю? Ей! Хоть где-то первое. 150 Слизерину. Или нам это в опыт запишут? Было бы неплохо. Изи прокачка. Давайте-ка добавим к игре разнообразие, а? Ты чё удумал? Ах ты ж зараза такая. Well, ну вот здесь наше счастье закончится. Давай, чернявая, вперёд. Что это нас нежно приобнимаешь? Да и ты ещё своей палочкой нам прямо вот... Видишь, ты какая занимательная, а? Давай. Ну, окись. Давай, полтос. Ех, полтос. Красавчики. Следующий от центра будем делать. Знаешь, ты наглая какая, а? Переработала нас. Давай, рыба моя. Акё. Ебой. Все равно больше. Well done. Давай, рыбонька моя. Жги. Нет, это был мисклик. Это очень... У на вас. Отлично потрудились. Well, браво. В общем зачете мы все равно лидируем. Все свободны, не забывайте свои вещи. Well done, Багдад. Молодец, так спокойно приняла поражение. Не хотел тебе играть с тобой поддавки. Вот мы выучим Круцию, но мы с тобой поиграем в игру под названием поддавки. Я первый стреляю, больше не играю. А скоро тебе станет легче, поверь. Не, ну я понимаю, что ты чернявая с хлоповых полей приехала, тебе это долго привыкать пришлось. Особенно к туалету в доме, но что ж поделаешь. Я справлюсь. Я то уверен в себе. Я это ценю. Я прилетел сюда из Вагаду. Моя мама предложила здесь должность преподавателя прорицания. И прежде чем я успел опомниться, мы покинули Вагаду и перебрались через полмира в новую школу и новую страну.
А магия у вас такая же? Или вы юзаете особую форму волшебной жезлы? По большей части такая же. Правда, мне пришлось научиться пользоваться палочкой, когда я приехала сюда. Вагаду практически никто ими не пользуется. Все-таки жезлы, да? Ох, ох, вы ж суровые африканские женщины. Невероятно. Ты можешь творить заклинания без палочки? О, да, да, да. Я выходит творить палочку магию более инстинктивно. Не говоря уже о том, что палочку могут отобрать. Но должна признать, что мне все более нравится пользоваться палочкой. Выглядит намного эффектнее. Ну да, особенно если ребристая. А на что похоже ваша Уагаду? Уагаду. Адрес школы Лунные горы. Это не совсем замок, скорее красивое сооружение, высеченное в скале. Помню, как впервые увидела его. Был такой густой туман, сквозь него почти ничего нельзя было различить. А потом оно просто возникло передо мной. Это огромное здание школы, казалось, парило в воздухе. Оно вообще большое в Уагаду? Школа магии в Уагаду крупнейшая школа мира волшебства в мире. Так что да, больше, чем Хогвартс. Но там я никогда не чувствовал себя так неловко или подавленно. Она всегда была как дома. Да, потому что там были... Скажем так, тут сейчас все белые, да, а там вот как раз таки было таки наоборот. Окей, спасибо за рассказ про Уагаду. Спасибо, что спросила. Я очень скучаю по Уагаду, но мне нравится здесь, в Хогвартсе. О, кажется, профессор Рон хочет с тобой поговорить. Не стоит заставлять его ждать. До встречи. А так, Ревилю? Еще раз ревелю. Там что-то мощное сзади. Надо бы туда зайти вообще. Рейндж у нас хороший, если что. И мужчинка, похожий на Гарри Поттера со Слизерина. А что вы тут делаете? Данкан Хопхаус. Серьезно, на Гарри Поттера похож. Почему мальчики так сидят, а девочки так не сидят? Ну что за оскорбление и неравноправие? Вы хотели поговорить со мной, профессор? Хотел. Надеюсь, первый урок заклинания оправдал ваше ожидание. Ну, для меня это стало неожиданностью, что на нем сразу пришлось соревноваться. Предсказуемости тоже нет очарования. Мисс Онай очень одаренная ведьма. Не расстраивайтесь. Из проигранных битв можно извлечь важные уроки. Конечно, профессор. Это было непростое соревнование. Мисс Онай жесткий и неуступчивый противник. Хотя мне кажется, в последнее время она какая-то рассеяна. Что ж, профессор Уизли обратилась к вашим преподавателям с просьбой давать вам доп. Уроки, выходящие за пределы обычной программы. Скоро я расскажу вам о специальной задаче, которую готовлю для вас. Задание по заклинаниям завершено. Прекрасно, прелестно. Замок уровня 1. Нам здесь еще простейшая лохомора недоступна. Мысли нет. У нас есть Люмос и у нас есть Акио. А знаете, что мы сделаем? Мы, конечно, на темное искусство уже не успеваем. О, Саманта Дейл, привет. Привет, хотел поговорить. Саманта Дейл, очень рада познакомиться. Все в Хогвартсе говорят только о тебе. Надеюсь, твой первый день прошел хорошо. Отличное выступление на уроке заклинаний, молодец. Вот эта девушка очень добра ко мне. Какие-то любовные интересы. Мне повезло. Новичкам везет. Мой брат Уильям сказал, что скромность ни к чему. Больше верь в себя. Я сам он, пожалуй, склонен к излишней самоуверенности. Что ж, займусь-ка я лучше домашними заданиями по заклинаниям, чтобы произвести впечатление на профессора Рона, одной удачи маловато. Да, что мы сделаем? Мы сюда обязательно вернем. Или давайте же посмотрим, что там нам наревелилось. Что-то он там в глубине вдалеке мы видели. Ой, еще коти, боже, еще котеечка. Котичка есть там. Она мурчащая.
Ладыш. Пивз, серьезно, они вернули Пивза. Они вернули Пивза. Боже, какая прелесть. Лицо покажите. Какая прелесть. Вот это забыла. Вот крыть. Акс. Вот это уже сложно. Сбросить кубик. Ага. Здесь две поворотные. А нам нужно выбрать две подходящие. Это настолько сложно, что... Какой стороной вообще считать? У нас есть сова. Где-то не сова, это какой-то мурж-мутант. Единорог. Страшная блямба. Стразмей Горыныч. Страшная блямба. Крабик-мутант, Саламандра, страшная блямба, паучок и олень-мутант. То есть мы понимаем, что мы выбирать будем просто тупо перебором, по-другому это не получится вообще никак. 3-0. Да не, наверное, что 2 здесь должно быть. Я понимаю, что здесь должно быть 2. А здесь единорог и что-то еще. Тут циферки нет случайно? Саламандра, паучок... В общем-то, да, кто поймет, как это делается, пишите в комментариях. А мы покедово-покедово метнемся с нашим Акио в самый-самый-самый-самый низ. Где у нас тут ТПХ была? И попробуем применить вот ту бабочку, которую нашли в самом начале. Так, ТПшечку, пожалуйста, завезите мне назад. Это было где-то здесь. Хотя в плюсах то, что интуитивно более-менее понятно. Нифига непонятно, я заблудился. Это за музей особых древностей. Почему этот мальчик несет тыкву? Почему она у него цилиндрическая форма? Вот. Я его вижу. Я его прямо ощущаю. Летучий порох где-то здесь. Вот он. Давайте ТПшнемся. Так это баба это говорит, которая с летучим порохом. Господи ты боже мой, я-то уж думал. Так, мы на летучке. Давай. Завезите мне карту, пожалуйста, запилите. Доступны побочные задания. Хорошо, мы их обязательно найдем. Пристройка к библиотеке. Нам нужно что? Лестница Хогвартса, гостиная Слизерина, центральный зал. Где центральный зал? Пристройка к библиотеке. Центральный зал, вот он. Немножко долго тпшимся между локациями. Вот. Красота неописуемая. Освещение ж по глазам больно делает. Так, вот она бабочка. В смысле, нет? Пардоните, другая сторона. Был неправ, быканул зря. Кстати, водичка в фонтане рабочая. При Дамблдоре уже не было. Вот. Ага, страничка руководства собрана. Хорошо нам это дало. Уровень 2. Задание нет задач. Страничка 2 из... Дохренили его намного. Так, 1, 2. Это мы нашли 2 статуи. 0 из 9, 0 из 7, 0. Испытания. Страница руководства, вот они. Первая, собери страница руководства в Хогвартсе выполнена. Так, награда, внешний вид, снаряжение, перчатки с регалиями Хогвартса. Вы бы еще рассказали, где переодеваться можно. Было бы... О, у нас же инвентарь есть. Подождите-ка, твари. Сами вы твари. Предметы заданий, заметки, ресурсы. А пошла раздетая одежда. Аксессуары для лица. Круглые очки в серебряной оправе. Хорошо подобраны, невозможно обновить. Мне сказали, что можно перчаточки. Черные кожаные перчатки, да. У любого темного лорда должны быть черные кожаные перчаточки. Подходит. Давай назад. Ляпа. Темная кепка. Нет, слишком по-гопниковски будет выглядеть. Шейные аксессуары. Не фонтан, прям скажем.
Рукоятки палочек нет. О, а говорили, нельзя будет палочку прокачивать. А тут можно рукояточки задевать. Аксессуары для лица. Круглые очки в золотой оправе. Вот. Мажелитка. Хотя на нем нет формата хорошо подогнанный. Так, здесь что? Традиционная школьная мантия. А где мы эти заделюкс издания, которые? Мега-одежда темной стороны силы и все такое. Или на перчатках это ограничилось? Онки Дейзи, Онки Дейзи. Короче, Аки у них и не Аки, у них Рекио. Бабочку мы видим, но вот сделать мы ее ничего не можем. Не окиится она. Зато мы видим какой-то... Опять загадка, да вы издеваетесь? Короче, да, делаем, друзья, мои паузу. В комментариях пишите, как это вообще решается. Потому что Невр сам не поймет. Пока что всем удачи, всем до встречи. Не забываем про наш телеграм, дискорд, контакт. Увидимся в следующем эпизоде.